Покровской православной классической гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского прозвенел последний звонок. Выпускники прощаются со школой нелегко. Им полюбились учителя, которые не только передали знания по предметам, но и стали наставниками по жизни. Подробнее расскажут наши коллеги. Последний звонок – праздник радостный и немного грустный. День прощания с детством, со школой, который будет помниться всю жизнь. Мы запомним нашу любимую учительницу русского языка и литературы Веронику Викторовну. Она очень добрая и всегда, всегда нас поддерживает, неважно, в школе мы или уходим на какие-то мероприятия и так далее. Физра и физкультура. Начинаем. Конечно же, физкультуру, также физику, математику, ну и... Историю. Историю мы запомним на всю жизнь. У нас очень хорошая учительница. Она очень требовательная, но душа очень добрая. Она всегда идет навстречу. Да. В общем, больше всего нам запомнятся учителя, мы их правда любим. Да. В Покровской православной классической гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского выпускников провожают всей дружной гимназической семьей. Но, наверное, больше всех в этот день волнуется Анастасия Юрьевна, ведь сегодня прощаются со школой и ее воспитанники. Наши выпускники замечательные. Самое главное, они добрые, отзывчивые. Они готовы всегда прийти на помощь друг другу и готовы помогать нам, взрослым. Вместе с нашими выпускниками мы прошли весь этот путь. Я приняла ребят в 5 классе. И вот на протяжении всех этих лет мы шагаем с ними по этому школьному гимназическому пути. Поздравить ребят и напутствовать их перед вступлением во взрослую жизнь приехал на праздник митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. То, что вы учились в этой школе, для нас тоже большая радость. Много школ у нас в городе Саратове, но вы выбрали именно эту гимназию. Для нас очень приятно. И для нас будет не все равно, когда вы пойдете в большую жизнь, продолжите кто-то в вузах учиться, кто-то в СУЗах других. Ну и вы помните, даже когда вы выпуститесь, что приходя сюда, у вас всегда ваши преподаватели, наставники, педагоги с радостью примут просто поговорить, посоветоваться. И старайтесь не забывать общаться друг с другом, то есть разошлись по разным школам, там поддерживать такие братские, сестринские отношения. Это очень дорого стоит. За усердные труды на благо Саратовской епархии директор гимназии, священник Ярослав Коздрень, был награжден епархиальной медалью священномученика Германа Вольского 3-й степени. За многолетний добросовестный труд на благо гимназии архиерейскую грамоту владыка вручил председателю родительского совета Ирине Волковой. Архиерейских грамот за отличную учебу и примерное поведение были удостоены ученики 9 класса Артемий Лалов и Полина Логвина и ученики 11 класса Дарья Болдырева и Полина Твердохлебова. Владыка поздравил ребят и пожелал всегда помнить своих наставников. Спасибо вам за истины простые, спасибо за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили мир славный, восхитительный маршрут. Учителя для нас, мы свет по кошке, все знали, свет маленький земной. Почетное право дать последний звонок под звон колоколов Покровского собора было предоставлено ученице 11 класса Дарье Болдыревой и первокласснику Александру Бокову. В этом году в гимназии 26 выпускников, 12 11-классников и 14 9-классников. Все они успешно освоили программу и уже готовятся к экзаменам.